Дальше я ездил в замечательный город Чкаловский по совершенно бессмысленному поводу. И когда возвращался оттуда, это было в первую чеченскую, во вторую чеченскую войну, вместе со мной оттуда вернулся отряд бойцов, прилетевших вот из Моздока. Совершенно потрясающая встреча. Их никто не встречал. У них на 25 человек было рублей 15 денег. Они купили большой баллон пива, один на всех. Достали сухпай свой. И прямо там такие, знаете, вот решетка, этот самый заборчик. На заборчике положили таблетки сухого спирта, стали разогревать свой сухпай. И все по очереди пили из этой бутылки это пиво. Каждому досталось по маленькому глоточку. Я смотрел на них, я смотрел на них. И думал. И вот такая песня называется «Чеченская война». Мир 600, бетер 80-ка, а салон — это башня-обрез. Дискотека, топтание в присядку, когда холод под ватник залез. Казино — это камбо поста, а рулетка — стрельба в темноте. Видишь, брат, все красиво и просто. Жаль, что фишки немного не те. Жаль, что фишки сейчас это души. Красным наши, зеленым они. Нас ведут по зеленому плюшу, чтоб на баксы потом заменить. Нам тушенка достанется с хлебом, гильзы теплые, что отстрелял. Нам достанется синее небо или черная эта земля. Нам достанется ночь в карауле, в кулаке сигаретный дымок. Нам достанется снайпера пуля и фугаса под днищем рывок. Нам достанется все понемногу. Об одном попросить я хочу: коль увидите где-нибудь Бога, пусть души нам оставит чуть-чуть. Если встретите где-нибудь Бога, пусть души нам оставит чуть-чуть.